Одним из достижений периода независимости является определение национальных стратегических целей в сферах энергетики, транспорта и продовольственной безопасности, благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат, инновационное и высокотехнологичное производство – это залог качественного и ускоренного перехода экономики Таджикистана из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную страну. В настоящее время принимаются меры по эффективной реализации четвертой стратегической цели – ускоренной индустриализации страны. Согласно Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, к этому времени доля промышленности в структуре валового внутреннего продукта должна вырасти до 21%. В сфере обеспечения продовольственной безопасности и доступа населения к качественному питанию предусмотрено продвижение аграрной и водной реформы, обеспечение экономической и физической доступности продовольствия на основе стабильного роста агропромышленного сектора. В период независимости площадь садов и виноградников Таджикистана достигла более 200 тысяч гектаров, что по сравнению с 1991 годом больше на около 2,5 раза. Благоприятные погодные условия страны позволяют увеличить площади садов и виноградников за счет саженцев высокоурожайных сортов с использованием новых инновационных технологий. В период независимости целью развития сельскохозяйственной сферы, в том числе создания и обновления мелиоративной инфраструктуры, освоение новых земель, обеспечение сельскохозяйственной сферы необходимой техникой, качественными семенами и доступа хозяйствующих субъектов к финансированию, были реализованы 22 государственных инвестиционных проекта на сумму более 5,4 миллиарда сомани. В настоящее время в стране осуществляется еще 7 других проектов на сумму около 2,5 миллиарда сомани. Целью государственной поддержки земледельцев страны и обеспечения изобилия на продовольственном рынке в своем послании парламенту страны президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, предложил освободить земледельцев на один год, то есть в 2021 году, от платежа единого налога на землю. За период независимости Таджикистана было выделено 75 тысяч гектаров земли под личные подсобные хозяйства граждан. Все это, безусловно, является залогом изобилия в стране сельскохозяйственной продукции, что способствует обеспечению продовольственной безопасности и насыщению внутреннего рынка отечественной продукции, повышению экспортного потенциала и в целом росту благосостояния населения страны. Карим Хайдар, Рану Азизи, Новости.